Всем привет, меня зовут Татьяна Бертникова, мне 55 лет, и я выпускница школы Кристины Сырчиковой. Я когда выбирала эту школу, это было еще весной позапрошлого года, и очень долго думала, куда мне идти, потому что возраст, и не во все школы меня возьмут, и не везде мне было интересно. А школа Кристины Сырчиковой и галерея «Виктория», здесь меня взяли в моем возрасте, даже с нулевыми знаниями, то, что я вообще не умела фотографировать. Ну вот рискнул, я очень давно мечтала это сделать, научиться фотографировать и прийти, просто хотела знать, что это такое вообще фотография. Мои ожидания были очень большие. Мне хотелось научиться очень хорошо фотографировать, ну, достойно, чтобы было смотреть приятно, и, ну, чтобы за работу было свое не стыдно. Вот. И когда на первом занятии мы пришли и стали обсуждать вопросы, когда, что мы будем делать, что мы будем изучать, сколько это будет занимать времени, мне это очень сразу понравилось. Потому что, во-первых, по времени это не так быстро, то есть можно сделать как бы свои домашние задания, никак не усложнять свою личную жизнь, рабочую жизнь. И это совместить было просто удивительно и легко, и интересно. Вот. И учиться мне было очень интересно в этой школе. Вот. Сам процесс. Ну, процесс, конечно, это и сложный, и радостный. И это такая гамма всего, что вот просто двумя словами даже не скажешь. Это очень интересно. Это открываешь новые и видения, и новые люди, и новые лица, и новые познания. А то, как я вообще пришла, то есть я фотографировать не умела, и насколько, как это я быстро или наоборот с чем-то очень долго училась и справлялась. Поэтому, ну, было очень интересно, конечно. Особенно, когда получался результат. И результаты меня радовал, и окружающих. Я сначала удивлялась, это, наверное, не я снимала. Вот. А потом уже как-то потихоньку и научилась. Мне понравилось. Вот. И какой результат? Честно говоря, я не ожидала, что я вообще смогу фотографировать вот именно так вот проектную фотографию. Но когда меня спрашивали, а что дальше будет, вроде бы, вот как ты будешь там переквалифицироваться или еще что-то, я говорила, нет, конечно, моя основная специальность, она останется, но фотография – это мое любимое дело будет однозначно навсегда. Вот. И мне это интересно очень фотографировать, потому что так как научила Кристина видеть фотографию, и видеть вообще все вот образно, и что вкладывать в смысл фотографии, это все вот как раз зависело от Кристины. То есть вот то, что вот она вложила в меня, вот именно вот эти знания, вот они вот получились вот так. Спасибо большое галерее «Виктории», что дают нам возможность здесь учиться, что взяли меня, пенсионерку, не отчислили никак, никак-то даже не сказали никогда. Очень добродушно встретили вообще те, кто, конечно, в возрасте и ищут такого вот обучения, да, или какие-то вообще поиски в жизни новые. Сюда добро пожаловать, здесь вам будут рады однозначно. И результат точно будет, это 100%, потому что я фотографировать не умела вообще. Ну вот сейчас вот проектная фотография, это мне очень интересно.